Выдающийся кыргызский писатель Чингиз Айтматов своими произведениями покорил весь мир. Он один из самых крупных, читаемых и любимых прозаиков мировой литературы. Чингиз Айтматов был и остается популярным автором не только в Кыргызстане, но и в России. Это один из самых рейтинговых авторов нашей республики. Покупают очень хорошо и абсолютно все произведения, от его самых ранних до последних. Его перу принадлежит большое количество художественных произведений, где особое место занимает повесть «Джемиля». Именно она принесла мировую известность и славу Айтматову. Его произведения «Тополюк мой в красной косынке», «Первый учитель», «Белый пароход», «Материнское поле», «Плаха», «Лицом к лицу» и «Дольше века длится день» и многие другие систематически переводятся и издаются в самых различных уголках земного шара. Сама личность Чингиза Айтматова оказала сильное воздействие на современную отечественную литературу, искусство и прежде всего культуру Кыргызстана. Творчество Айтматова привлекает к себе внимание критиков, литературоведов у нас и за рубежом вот уже несколько десятилетий. Его творчество многогранно, множество исследователей обращаются к его произведениям, и каждый из них обнаруживает что-то интересное для себя. О всемирном признании произведений писателя свидетельствуют данные ЮНЕСКО. Накануне 21 века книги Айтматова опубликованы 830 раз в 168 странах в количестве более 67 миллионов экземпляров. И эти цифры с каждым днем растут. Оставаясь сугубо национальным писателем, Чингиз Айтматов уже давно стал выразителем дум и чаяний людей всей планеты. На его произведениях растут и молодые писатели. Кыргыз элинин келечегине дагы Айтматов не только открыл новую страницу в истории литературы, но и, несомненно, поднял ее на более высокий уровень, наполнив своим особым айтматовским философским содержанием. 12 декабря ко дню рождения Чингиза Айтматова по всей республике пройдут масштабные мероприятия. В школах наизусть будут читать отрывки из повести Айтматова, писать сочинения на тему «Чингиз Айтматов. Духовная опора». Сюда относятся и встречи с писателями, и круглые столы, и книжные выставки. В этом году особо хочу отметить, что вместе с Министерством образования и науки мы, притворяем проект «Читаем вместе». Этот проект нацелен на привлечение, на улучшение читательской активности наших маленьких читателей, нашей молодежи. Чингиз Айтматов не ограничился писательством. Он проявил себя как дипломат и политик, побывав сначала послом СССР в Люксембурге, затем послом Кыргызстана в Бельгии. Был он и депутатом Верховного Совета СССР, инициатором международного интеллектуального движения «Сыкульский форум». Скончался Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года. Сайкал Сутанкулова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный первый канал.